продолжается противостояние. 2 июня украинская армия нанесла авиаудар по зданию обладминистрации. В Луганской области объявлен трехдневный траур по 8 погибшим и 28 раненым. Сообщается, что по Луганску было нанесено 150 авиаударов. Другие горячие точки на востоке Украины – Славянск и Краматорск, откуда продолжают поступать сообщения о ракетных ударах и артиллерийском огне. По словам народного мэра Славянска, 40% жителей были эвакуированы, а Донецк, в котором мы сейчас находимся, покинули 15 тысяч человек. Кроме того, ужесточились бои в расположенных недалеко от Славянска деревнях. Это произошло из-за активного наступления украинской армии в последние дни. Действия военных соответствуют словам новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что планирует разобраться с востоком страны до своей инаугурации. Она намечена на 7 июня.